Это что? Вот, что написано. Норн. Судьбы. Судьбы. Одни добродетели. Ладно. Смотри. Хм, интересно. Пожалуй, стоит записать. Жаль, мамы здесь нет. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй.
Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Дохлые твари. Тут и драугры есть. Они что, сражались? Посмотрю, что... Еще один! Хорошо, что это все. Смотри, он залез под колонну. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Мальчик! Где ты? Скорее, отец! Я нашел! Атрей! Он замедляется! Подожди меня! Атрей! Что вы наделали? Прости! Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнил мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они.
Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина. Надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Суна. Фока. Да ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен, ему лучше. Грейса. Сюда. Этот лук для тебя великоват? Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Быстрей! Его на доску. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты? И кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник.
поможешь? У меня никак. Пригодится. Я выронил? Когда гнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог. Ты его потерял. Я теперь буду внимателен. То, что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили! Домом есть тропа, она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Как он? Ему нужен покой. Но, думаю, он поправится. Как его зовут? Хильди Свини. Мы с ним давно дружим. Я никогда не видел такого кабана. Он правда последний в мире? Последний в этом мире. Он родом не отсюда. В своем родном мире он мог принимать любую форму. Но, когда пришел сюда, застрял. В шкуре кабана? В собственном разуме. Его истинная природа медленно истирается из его памяти, точно сон. А все иллюзии с каждым днем выглядят реальней. Я не совсем понял. Когда живешь, просто живешь день за днем в своем теле, сложно не начать верить, что тело и есть ты. В молодости у него были силы сопротивляться этому, но Хильди Свини очень, очень стар. Если я не буду напоминать ему о его доме, о нем самом, то, боюсь, останется лишь кабан. Надеюсь, он еще вернется домой. Спасибо, мальчик. Я тоже. До встречи. Береги себя. Yeah.
Смотри. Касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет, вода черная. Поэтому и не касайся ее. До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Вон и гора. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. А, похоже на Бальдра. Бальдр. Он ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь?
середине озера. У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Топор не вернулся. Разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора. Только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора. И это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Очень-очень давно. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах.
Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите! Ты всегда так носишься? Жуть! Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда... Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Ну, заходите. Вот девушек в тишине. Славные битвы.
одной проблемой меньше. Сынок, знаешь, чего хочешь? Ну что, удачной тебе резни. Нагрелись новые берега. Надо поискать там что-нибудь полезное. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Можно остановиться здесь. Хорошо, да? Со временем научишься.
Смотри. Какой-то рисунок. Может, карта? О, может, это... Сокровищ? Ну что, расскажи что-нибудь интересное. Какая история? Ну как же, мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Одна из них была про зайца и черепаху. Как та у ведьмы? Не пара. И что было? Они решили бежать на перегонки. Заяц был глуп и не сомневался в победе, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. Произошло. Крушение. Это я понял. Но от чего?
Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я могу расшифровать. Знаешь? Еще одна. Жила-была лошадь. Она решила отомстить своему врагу, оленю. Лошадь не могла убить оленя сама. Она встретила охотника и заключила сделку. Она дала надеть на себя упряжь и позволила человеку сесть в седло. Вместе они убили оленя, и лошадь почувствовала вкус победы. Но охотник не захотел отпускать лошадь и поработил ее. Значит, ради мести он лишился свободы. Надеюсь, оно того стоило. Нет, не так. О, смотри! Факел. Факел делается из дерева. Это жаровня. Жаровня. Тут вроде что-то написано. Прочитать? Вейкия.
Пойди сюда. Квейке. Квейке. Yeah.
тяжелый бой. Вы здорово дрались! Что это? Это дух. Он говорит. И оно тебя слышит. Не стесняйся. Ты мертв? Какая наблюдательность. И безрассудство. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сайты скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов. В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло. Мы останемся в Мидгарде, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? У нас нет желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Прощайте. Ух ты, исчез. Идем, ни к чему отвлекаться. Надо бы посматривать, вдруг еще духи появятся. Я же сказал, не отвлекаться. Но им же нужна помощь. Они духи, сын. Мертвецы. У них нет нужд, только желания. Я думаю, их нельзя бросать. Ничего пройдет. Мама бы... Помогла. Что ты сказал? Ничего. Вот то-то же. Может, еще историю? Уже предыдущей уж точно не будет. Хорошо. Жила-была лягушка. Ее пруд высох. И она со своим сыном отправилась искать себе новый дом. Там был колодец. Сын увидел воду и решил прыгнуть, но лягушка его остановила. Она увидела, что колодец глубокий, и если вода в нем высохнет, они не смогут выбраться. Поэтому они пошли дальше. И все? Да. Это не история. Вот если бы сын туда прыгнул, тогда бы да. Сын попал бы в ловушку и умер, и никто бы не помог. Слыхал? Вот эта история. Можно остановиться здесь. Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Квекия!